Новый дизайн страницы ВКонтакте сегодня принудительно появился у пользователей по всему миру и уже вызвал волну возмущения. Самые ярые сторонники старой версии интерфейса уже нашли способ вернуть прежнее оформление, и мы с вами им сейчас поделимся. Итак, для этого нужно установить расширение Stylish для браузера, открыть страницу стиля для старого дизайна, включить дополнение и страницу перезагрузить. Новый дизайн аргументированно раскритиковал и бывший генеральный директор ВКонтакте Павел Дуров. Он отметил, что раздел «Новости» стал уже на 28 пикселей, ухудшилось качество фотографий. Не в восторге Дуров и от нового логотипа и цветового решения этой версии сайта.